Привет всем. Решил записать видео по поводу ремонта газовой плиты. Причем у меня проблема при включении, то есть при выключении газа, пьезоэлемент постоянно щелкает. И я хочу разобраться с этой проблемой и попробовать отремонтировать. Сейчас я от электричества отключил, поэтому ничего не щелкает. Сейчас я включу. И вы увидите, что постоянно. Ну вот я включил. Элемент постоянно щелкает. Что там замыкает, пока для меня остается загадка. Но, видимо, придется разобрать, снять крышку и посмотреть, что там не срабатывает. Ну, скорее всего, в кнопках пьезоэлемента замкнули контакты. Я сейчас откручу эти болты, чтобы снять крышку. И посмотрим, что там будет. Воспользуюсь крестовой отверткой. Здесь пока ничего сложного нету. Болты открутил, а в резиновой прокладке так снимается, просто отвертка подеть их, блин, и все. Так, на первый взгляд, вроде ничего там не видно, блин, что может замыкать. Скорее всего, надо разбирать и смотреть кнопку. При разборке, при снятии газовой плиты, вот эти прокладки как бы не мешались, так что их можно оставлять. Снял крышку. Крышка тяжело снималась. Я думал, что это из-за герметика, которым был обработан с плита, чтобы не было щелей для тараканов. Оказывается, здесь защелки были. Надо было сощелк. Я думал, вот эту кнопку сейчас снять, разобрать ее и почистить. И выяснить причины, почему там замыкает. Кнопка, кажется, что она намертво прикреплена. Я здесь стал откручивать болтик. Думал, что проблема снять эту кнопку с этим болтиком. Но оказалось не так. Просто надо приложить усилие, и все, и кнопка снимается. Но вот сейчас я сниму вот эту крышку и увидим проблему. Кое-как разобрал эту кнопку, здесь защелки, то есть от них надо было отстегнуть. И вынул вот эту часть верхнюю. Здесь маленькая пружинка, которая может вылететь, и вы можете ее потерять. Здесь находятся два контакта. Теперь в этой горелке перестал щелкать, начал щелкать в другой, первый. В чем причина, я так и не понял. Опять кнопку разбирать, посмотреть, замыкает или нет контакт. Но кнопка вроде работает. То есть купил вольтметр для того, чтобы выяснить, какая из этих кнопок у меня замыкает. Соединил два штекера. В общем, включаю на прозвон сети. И выясняется, что у меня где-то все замыкает. Где-то из этих кнопок. Кнопки здесь снимаются нелегко. Надо подцеплять тонкой отверткой. И убирать вот с этих штекеров. То есть зацепок. Но вроде материал такой гнутый, как это, пластичный. Не ломается, так что можно смело работать. Я использую вот такую тонкую отвертку. Просто подцепляю туда и выдергиваю. Ну, кажется, причину я нашел. Смотрите, здесь провода соединены не параллельно на кнопках. То есть я когда первый раз разбирал вот эту кнопку, поменял местами. То есть здесь разъем по кнопке с верхней находится с одной стороны, а у меня это с другой.
И, скорее всего, возможно, причина в этом, что здесь идет замыкание. Ну, кроме как собрал кнопки, я еще пройду щеткой, почищу здесь пьезоэлементы, электроэлементы. При нажатии на кнопку, что-то в этом распределителе вроде щелкает, но искры я не вижу. Ну, надо собрать всю плиту и посмотреть, сделал я, отремонтировал я ее или нет. Ну, все вроде работает, пьезоэлементы все щелкают. Но, блин, здесь другая проблема вылезла. При вставке кнопки я нажимаю, она не достает кнопку пьезоэлемента. Или я низко посадил кнопки, или панели я до конца не досадил до верха, то есть до низа. Может, там щели, сейчас буду разбираться. Но все оказалось, что я кнопки слишком сильно посадил вниз, и из-за этого эта белая пластинка вот это не доставала до этой кнопки. Сейчас вроде я поднял их вверх, не со всей силы не стал насаживать, вроде все работает. Наконец-то я сделал эту плиту, правда, я не понял, что я там вообще сделал, почему, в чем была причина, где что замыкало и что, почему не работало. Разобрал, посмотрел проводочками, обратно собрал. Первый раз неправильно перепутал провода на кнопках, они замыкали. И поэтому постоянно срабатывал этот пьезоэлемент, электроэлемент. Сейчас провода поставил на месте, ну, видимо, где-то из этих кнопок, может быть, замыкало при разборке, все стало на месте, все стало на место, и сейчас все работает. Отлично. Все, плиту собрал. Все работает, ничего не замыкает.